Привет, ребят, у нас на обзоре прикольный такой кировец, у него все болтается, тюнингованный, развешенный, рассеткованный, 701 и 700 с тюнингом без, просто 701 я уже просто не ставил, поставил уже тюнингованный с кондиционером, с дополнительным освещением, там все как по феншую. Вот у нас тут подходите, ребят, открывается дверька. Залазим мы в салон. Тут дисочки такой. Салончик прикольный. Звук такой заводится. Все светится. Свет тоже прикольный. Анимирован хорошо, ребят. Все рычаги. И ручной тормоз. И газ. И педали. Все анимировано. Ух. Красавец, просто красивый, ребят. Тут еще даже тут какая-то фенюшка у нас стоит, канистра ради декора. У него вот так, чук, дверька, чик, вот он мне так же само. О, даже капот открывается, ребят. Ух. Капотик, мотор живой, трясется. Ну, мод просто ля-ля, ребят. Просто ля-ля. Все как полагается. 707, тут 515. Видно, что трактора сделаны. Тоже где-то у кого-то. На работе такие трактора были, ну просто ляльки, ляльки, ребят. Так, вот у нас, это у нас тут с освещением, с кондерчиком полагается. И вот у нас еще один 701, у него звук совсем другой, видите, сразу. Да, звук совсем другой, ребят. Ну, совсем другой звук. Звук отличается, все красиво сделано. То же самое, наверное, открывается у него и капот. Ну да. И двери. Даже вот свет горит. Ребят, песня. Трактор офигенно прикольный и красивый. На этом все, ребят. И у нас продаются для трактора. Вот К700 и К701. Вот К700. 235 лошадей. Ставите мотор 300 лошадей. ЯМЗ. Дизайн стандарт. Кондиционер, маяки. Кондиционер, маяки. Дополнительное освещение. Все в куче. Чуть добавляется ему цена. 15 тысяч. Так же самое. Все же самое в этом. 300 лошадей. И 335. Стандарт. И все так само. Мне понравились эти кировцы, ребят. Просто красивые трактора. Кому интересно, ребят, ссылочка будет в описании. Всем пока и до встречи.